Трэш вылезет. Да, задолбался этим огнем. Не запускаю. Лужа. Вопрос, где моя ПС-ка, все еще актуальна. Хуя сюда ПС, блядь. Угу. А ну в босса, Лен, коните в босса. Не-не, не босса, а рекаунтсмен. Да как я на втором месте? Что это за локи, блядь? Кипните всех лок. Локи — это несправедливый класс, поэтому я себе его вкачал до 7-го левела. Да не, не особо, да. Да хизы, я, по-моему, вообще супер изи на протопале, нет? Не, ну когда люди сразу влетают, то сложно, это да, заранее. Когда я понял, видишь. Когда люди влетают в трэш, просто отпусти. Ну типа забей, типа если влетает в трэш, развлекайся, просто отдохни. Короче, ты просто заранее просчитывай на то, чтобы у тебя не было в КД удар молотом и щиток. Чтобы ты под выход мобов мог их, ну, троих сагрить чисто с плами. Да, блин, нет, и, можно просто случай... под первых трех постелить лужу, а под вторых уже дать молот. А с лужи срывают сразу же, блядь, это такое. Ну да. Лужи выйдете? Да, да, да. Лужи выходите. Бля, у меня все три не прокнули. Запускай, запускай. Дома сирала. Выходите из огня. Палочка совсем не дамажит. Да, вообще пиздец. Да, с этими крыльями я уже не подамажу. Да, я цифры смотрю, что-то вообще помойные какие-то. Раньше и то это было. Четвертый? На четвертом, только не под начало четвертого, а под конец, типа. Угу. Ну, перед пятым, да. Ну, то есть это 4 стака и 8 секунда, но вообще его не будет, да. Да я тебе крылья сдам, стой. У нас 2 хэпала есть, команд. Тебе капли бабл дать? А зачем, я не понимаю, зачем тебе капля вот, ой, зачем тебе бабл? Да нормально же видишь. Что ты убиваешь, господи, успокойся. Блять. О, жар. Сука. Так это же говно, блядь. Ну, говно, блядь. Просто да одна нет, из них. Она неплохая. Не, блядь, КД 2 минуты, алло. Да, зато СПД косарь. Ну, так это хуйня.
Да не, она типа этот, ну типа роль ее лучше. Да, ну, мне кажется, это, типа она... Язекса в гере убивать будем? Три непомайны на самом-то деле. Язекса будем в гере убивать? Нет? Да будем все убивать, господи, да. Ладно, давай я буду кому-нибудь. Демонов нету, поебать вообще? Нет. И то она на время. Кого? Что задать? Тут же трэш можно не бить, да? А, можно не бить, да. Да не, нам в гильдии там от миллиона ДПС. У тебя такого нет еще, брат. Они не агрятся, мы же проверяли. Ну слушай, сейчас еще неизвестно, как они лужи выносить будут. Да я сейчас чат пролистаю. Да, можно... Хера рогом, блядь. 71 на чоперкилл, 78 выбросил. Да, 78 чпокер и под соли 70. Все, погнали, погнали. Сейчас, господи, подожди, да такие стимоны никому не надо. Да, Чпокер написал, что у него есть тираль нул. Погнали, босса. Чпокер килл у меня есть. Ну, типа, он золотистый, ранитый в ковы. Ну, она не уникальная, поэтому плевать. Может, он грех хочет носить. Но это бесполезно. Учитывая то, что у него два меча, блядь, ну, нахуя? Ладно, короче. Похуй, ну ролит. Правила ролла у нас на Сирусе одни. Костян, отдавай ему нахер, блядь, сейчас демагогии будет. Ну отдай все. Слышишь, так а ты боешку разролил. Подожди, что в себе? Внимательно. Хорошая боешка. Мне бы ее никуда не нужна. Оплетение дайте черепу. Любой друид. Чего череп. Мы не бьем? Давайте техника. А кто босса согрел? Попросил оплетение дать. Так, понятненько. Начинается это смерть. Давайте этот это мобов сагрил? Доиграем. Мобов доиграем. Давайте. Я вышел с меткой. Ромбик, доиграйте. Объем нормальный. Ты видишь, мобы не агрятся, вон сзади стоят, пачка ничего не делает. Нет, они не агрятся, мы же десятки били с мобами. Они стояли на месте. Не знаю. Ну, если они будут идти, то, скорее всего, они сагрятся в ней. Давай еще попробуем забить. Ну, они не сагрятся сами, скорее всего, люди сагрятся, кто побежит. На одного моба, вон, залейте техника. Добей. Эзэ.
Позвони. Спину просто повернитесь просто и все, и не хильте. Я вообще не знаю, зачем вы рогом берете кистевое, это ж мусор полный, это только для НП. Какие-то они неадекватные, наверное. Ну, Просто им даже в ПВП не надо кистевое. Тише, тут у нас кубов профессионал на рогах. Она... Я комбатом играл, пацаны, 20 лет. Так. Да к тебе всего. Да, а чем вам кистевое не нравится? Все кистевое нормально, можно делать билды через кистевое. Только в Т5. Да. До Т5 оно бесполезно для них абсолютно. Да, можно да, сделать, все равно будет дымак. 15% РПБ, блять, генерирует. Ну похер, он приседает. Да, что-то мы долго прям. Подожди, кистевое дает крит, а не РПБ. 15% РПБ он игнорирует, 15% РПБ. Рыба спереди, жрите. Вот, чек. А где РПБ игнорирует, дробящий? Вон, я линканул тебе. На 5 вкачиваешь, 15%. Ну, дробящий. Ну, читай. А мы что, это не кистевое. Что? Ясно. Вот кистевое. Да, вот. Кибоп это вообще кадр. Опа. Это мой брат говорил, ребят. Да-да, за обман ГП ему дайте. А что-то думал, вы про кистевое реально говорите. А зачем вы ассиста дали Кагу? Уже про дробя. Дайте мне ассист. Не надо, давайте кули. Я на сердце готовность нажму. Дайте черепоплетение, друиды, пожалуйста, будьте добры. Сова. Сильная сова, давай. Очень сложно Warcraft, ужас. Согласен. Надо кнопки. Не вижу ничего сложного, блядь. У меня на варе, блядь, 3 кнопки реально. Давайте фул ребаф, кушайте, кому надо. Как и Абдулай. Абдулай, что ты говоришь, есть рыба, покушай, сам поешь. Да, есть рыба, да. Значит, я поел. А, нет, не поел. Ага. Да мы, может, и пробьем его так. Так, да какой смысл? Yes, давайте все равно на сердце Геру давайте. Да. ПВЕ сложно, это только Н. РДД в метку. Один меня бьет, сука. Вот, поозвучиваешь, я помолчу. Куба, помолчишь, Войт поозвучивает. Выйди с метки. Типа, а ты случайно не в ДЦшке? Бомбота. Сейчас. Застанем.
забрал на себя. Забрал двух на себя таунтом. Темная. Уприпадочные есть. Трусы темные. Трусы встань. Вот все. Ой, страшно, блин, сам. Мастер аур на прото на следующую. Мастер аур готовьте, кто у кого первая аура. Каги, выйди с рейда, да, долго выходишь. В ром проходи. Понятно. Искру. Блять! Ой, тебе ебану. Да я, блядь, нахуй таунчу, пока на себя даже не заметил эту метку ебану. Прославленный. Да блять, потому что нахуй куда вы выбегаете, блять? Я не могу, блядь, и таунтить, и это все делать. Да ДЦшка нужен просто. Ну да. Искра, ну люди убегают туда, куда-то в угол. Видишь, а ты говоришь, паладин легкий. Вот не можешь даже двух кнопок нажать. В смысле, тут больше. Сколько? Так, более, как ты будешь играть по искрам? Тем более, если ты слабый. Можно ливать, это, блядь, не игра. Это... А я могу ДЦ попробовать, как? Вообще, смотрите на это. Да. Ну, у меня шмот такой себе, посмотрите, если надо, то я хотя бы попробую, мне нужен опыт. Попробуй. Да похую. На ТПС-ку умеешь давать? И все на этом, короче. Нет, если ПС умеешь давать, то можешь спектр в целом. Настю кису выделить и прилив сиф нажать. Ну или темный, или любому из лук. Нет, Настю кису, все правильно сказал. Ну, мне сказали апдотовать гимны по команде и все, типа, иди спелить. Ой, короче, да, щитки. Молитву восстановления на рандомном цели закидывай и все. Ну шмот такой себе посредственный, типа. Главное поездку не под геру давать. Ну короче, вот ты запомни мой голос. Придание сил. Да, придание сил. В Настю кису. Я скажу когда. Сейчас я вот фокус возьму и все, хорошо. Лучше б налог отдал, а не массов. Отстань, Гутлик, ты вообще не шаришь. Скажешь мне, как кинуть. Я забрал первую ауру, вместе с массакрой дам тогда. Ты чат читаешь, нет? Каску бухал, но я давал, где ты был. Нормально запускаешь. Ну, то есть такой раз, кидаешь щит, такой два, три.
И босс уже на тебя уже бежит целых 2 секунды. Давай ПС-ку. Зачем под сердце ты не хотел? Там Гера будет. Накрутить. Ясно. Невер даже не знает, что Гера без ПС-ки не знает. Блядь, Гудли. Ого. Тут ему мут дал, дайте еще раз, пожалуйста. Бомбот идет. Затаунтил. Бумбота забираю. В крамбу ближе двигайся, крестик. Затаунтил на себя. Не вижу нихуя. Обдувай. Назвал ма. Мастер аур, забирайте первую ауру, отдал. Диску забрал. Ты же говори, когда ПС-ку давать. Она уже... Да, я скажу. Машку. Каплю дал. Давай ПС-ку. Искру заливайте. Ауру отдайте. Отдайте первую ауру. Первую ауру отдайте. Искра. Первую ауру Машку дайте. Бля, ну... Настя, ауру, не Настя, выноси. Я 2 гимна отдал, ну, после хп да. Ману даю. Первую ауру выдайте. У меня еще есть, я сдам потом. Кто-то поднимал. Сам дом поднял. Ауру брони отдайте. Рога. Давайте мастер ауру, если есть у вас. Искра. Дайте первую ауру, блядь. Угу, окей. Что за лети? Мастер ауру нам первую. Отдайте первую ауру. Кто, блядь, ее держит? Алло. Искру. Тупо ноль.
5000 хп содержать не всегда сможешь. Первую ауру отдайте паладина, если у вас ма нету, алло. Им на хп сдаем. Искра. Первую оставьте, это нужна она. Нет. Конечно, высохли, блядь. Кто-то держит, блядь, первую ауру, нельзя. Это сейф. Позначивши поубрасту. Ой. Блядь. Да, кто первую ауру сейчас держит? Объясните, пожалуйста. Зачем ты держишь? Типа мастер ауру под раскаты, он снижает тебе урон входящий. Прошу уже 2 минуты. Поэтому хилы высыхают, потому что, блядь, захиливать тонну урона. Хилить 2000 либо 3000. Почему же благословительство второе на месте вместо буйного роста? Что за хуйня? Тоже на смерть хорошо. А, да? Так, давайте я еще в хилос бегаю. Типа в 6 хилов, я думаю, протянем, не? Мы и так в 6 хилов сейчас идем. А, ну значит, 7. Ну, я предлагаю вообще одного ДДшника оставить, одного танка и 23 хила. Ну, вообще имба догнать, ну, типа, дома. Может, просто бесить больше? Пух. А что, кроме ачивы дает? Шмот дополнительный. Понял, понял, сейчас. Улинканите абсорб плюс КПС. Ну это без абсорба ты смотришь. Да, все правильно, он так же смотрит. Да попуск, понятно. Он помер, да. Подожди, хпс 1.6 это мало. Типа даже не дело не в том, что он умер, не умер. У него 3.7. А 3.7? Ну такое все равно. Тогда погнали с пула. Свет есть. Так что подкатилось. Коля. Оставить рыбу и рыбу не ставить? Что в собраниях, Эмдич? Нет, ну просто, я же говорю, хилы начали под конец высыхать, и у нас условных есть 3 мастера ауры, и они не прожались под первого. Может, они не в миле были? Не били руками. Или синий никто не вешал. Дайте бафы по бафу. Ветрик, дай кулак. Ты я каски раздаю. У нас какая-то странная хуйня с полиповаром. Тут каски дважды бафнет. Thank you.
Выбежал Лок. Лок. Джонни. Отошли от Джонни, отошли все. О, блядь. Это... Слакер. Почему? Подожди, нет, бьем до 10%. Так быстрее убивать будем. Да? А там сыграли вроде в него. Иди танка не кто-нибудь. Поймал лицом. Все поймали. Кто-нибудь один выбегайте, мы будем щиты успевать отдавать, если что. Ок. Давай я буду грушей для битья. Окей. Ой, там трусы просто. Бейте вон меточку. Чё он, блядь, не едет? Дал ему стан. Там еще бомба отнес. ДК, иди, он выбежал уже, иди и взрывай. Да пусть ДК только взрывает. Пусть взрывает, да. Ой, блядь, не успел. Сама поймала. Блядь, твоя шибана. Сука, гоночки. Я сейчас специально ловлю. Выйди, Рога выбежал. Рога, блядь. Отойдите в левую ногу, все в левую ногу отойдите от него. Протест. Протест. Угу. Давайте. За орду, ребят. Да вроде мы уже проебали, они вроде доходили. Не, там. Разве? Ну, надо сделать как-нибудь, но никто не хочет, кроме меня, заниматься чем. Да похуй, слышите, да при чем здесь? Вам были же какое-то материально что-то, духовное тоже нужно лутать. Да ну, она беспонтовая, типа, как духовная. Да, слушайте, у тебя все беспонтовое. Я говорю, погнали в Ноксрамоса неумирающего. Типа, все, где не падают маунты и эти, и пэты, это все беспонтовые ачивки. Ну, падает хотя бы... маунт неумирающего. Рога, выйди. Нам не слышит, наверное. Посох хует, а? Хотя, ну такое. Говно. На Варсине 50 покидаешь? Правосудие. Темная на транспорт. А, Сандамай нужна на протест. Там Сандамай и протест кинули 68, но протест по мейну, да. Да, Сандамай это по мейну, это... Ой, господи, протесту. И протесту он по мейну. А Сандамай это твинк. Так, это на трансмог. А. Ну все, в обычке, кроме Везакса, он типа Везак просто супер изи. Печеньку заливайте все. Диспельтер рейд паладина. Что он поэтому что пройдет? У меня 60 секунд, когда.
подлутавайтесь. О, господи, за поврежденочку увидели. Опа, где? Там вообще кольцо выпало. О, вот кольцо сочное, достаточно. Из руны, говорю, выйдите, блядь, алё. Бля, стоп, отхил, нахуй. Вы что, охуели, блядь? Чё? Хильте только танка, короче. Кубу, блядь. У, сука. Да пиздец, блядь. Там кольцо, если что, не бое. Из руны. Да ладно. Уже и так лицо бьё, все хорошо. Там кольцо, да, и жаждущим. Жаждущим. Жаждущие. Хорошее кольцо. Зачем его, да? Типа мастерство, меткость, типа хорошо. Шаман Рофлет, да? Не, ну если это Энх какой-нибудь. Не, лок на минус да, ролл напрашивается, он уже на вторую, ему не нужную шмотку, кидает ролл. Тут, короче, этот моба заагрили вам. Спасибо. Все, дали награм. Вообще-то, да, я тоже за этим пришел. Душнило, душнило, фу-фу-фу. Душнило. Давай сразу мобов этих заагрим, я аккуратненько их сюда заверну. Смотри, смотри. Опа, фокус. Вот с таунтом опасно. Таунт обычно бывает агрить. Ну, получилось, а ну да. В смысле, с таунтом опасно, с таунтами нужно их как-то. Ну, да. Не, ты просто влево-вправо вышел, и они забегают. Они теперь типа, живут. А нахуя нажимать лево-право, если можешь нажать одну кнопку таунт? Так нет, они бывают, они тянутся за тобой. Вот эти дальняя пачка тоже тянется. То значит ты криво стоишь. Из-за урона. Невер, я вообще тебя не видел на танке. Так что, типа, не тебе рассказывать, как танчить. Так я их все время вытягиваю, почему не танчить? Вытянуть и затанчить это две разные вещи. Кто? Кстати, Невер, а почему у тебя так много твинов, ни одного хила или танка? Да, блядь, не знаю. Надо сделать. Я думал ДК, мне ДК не нравится дамажить вообще, я думал сделать. Да, ДК на самом деле танчить, ну не знаю, не супер прикольно. А кем супер прикольно танчить вообще? Вар или... ой, пал. Пал или вар поприкольнее, по-моему, в танке. Ну и медведь норм. Ну, армса, если только медведь, делать танком, вот это прикольно. Да, медведь суперский, по-моему, до ОКХМ. Не, вообще огонь не держится. Ну, он только на несколько босса. В смысле, не держит? Нет, держит, кап, мастерства собирай, и все, там трёпкой, блин, будешь. Да ну, слушай, не, ты, я 5 ДК хочу сделать. Доиграйте до Т5, ребята, камон, половина из вас. Да и Мишка супер круто ЦЛК танчит. Ну только нужно кап мастерства. Нет, ну тогда уже да, естественно. Сейчас нет вообще нихуя. Без напула они не живут. Так сейчас нету мишек с капами мастерства. Они не собирают просто. Я могу собрать. Я... да. Все, добегайте давайте быстрее. А есть дживс у кого-нибудь, ребят? Очень хороший дживс. Давайте, короче, по максимуму сейчас обычки пойдем, потому что я так уже устал. Только мы только начали. Спасибо. Ну, начали...